Школа сильно изменилась, вернее, стены те же, только немножко их приукрасили. Может, и немножко, да, очень красиво. Заслуженный артист России Денис Майданов не просто гость в школе номер 25. Певец закончил ее в 1991 году. И именно школьный учитель музыки первым разглядел талант в обычном мальчишке. Поэтому, приезжая в Балаково, Денис Майданов всегда заходит в родную школу и встречается со своими педагогами и одноклассниками. 20 лет. Ну вот, ребята, сфотографируйте. Это кто у нас? Вот. Только винить столько. За стенки. Так, все смотрите как. Все доски. На этот раз знаменитому ученику провели экскурсию по обновленной школе. И певец не переставал удивляться, как здесь все изменилось. Очень приятно, что именно в моей школе такое отношение. И моя школа стала центром еще развития организации «Дрозд». И столько замечательных секций. Это будущее нашей молодежи и здоровое будущее. Очень много направлений, это очень приятно. И, конечно, в целом огромное спасибо компании «Фосагро» за шефство, за такое отношение к детству и к нашему будущему. Спасибо, низкий поклон от выпускника 27 лет назад. Школа номер 25 действительно преобразилась за последние годы. Так, школьная столовая стала больше похожа на кафе. Вместо старого неработающего бассейна теперь оборудованы тренажерный зал, залы для игровых видов спорта, для занятий дзюдо и греко-римской борьбой. По качеству образования эта школа приближается к уровню лицея. И это во многом благодаря фосагроклассам, которые работают здесь уже 5 лет. За эти 5 лет мы с вами прошли долгий, интересный путь. Это было интересно и для учеников этой школы, и для учителей, которые познавали тоже для себя что-то новое. Мы проводили совместные олимпиады, конференции, фестивали. Конечно, жизнь была насыщена, полна. А с 1 сентября 25-я стала настоящей фосагрошколой. И значимость этого события трудно переоценить. Стартовал новый проект, который был инициирован компанией «Фосагро» и этой же компанией поддерживается. Этот проект направлен на развитие технических знаний наших учащихся. Этот проект направлен на развитие патриотизма, спорта. Этот проект направлен на то, чтобы каждый ребенок, который учится в нашей школе, понимал, что впереди у него есть очень хорошая перспектива получить хорошее образование и стать работником «Фосагро». Проект, который направлен на развитие талантов, способностей. Проект, который направлен на то, чтобы в каждом ребенке взрастить то лучшее, что есть у него от рождения. Школа номер 25 – одна из крупнейших в городе. Здесь обучаются около 1300 учеников, работают лучшие преподаватели. Здесь каждый ученик может раскрыть свои таланты в учебе, в спорте, в творчестве. И поэтому имена выпускников, которые достигли высот, звучат в этой школе очень часто. Действительно приятно спустя долгие годы возвращаться сюда и слышать, что в 25-ю школу хотят попасть все. Мы гордимся 25-й школой, которая показывает яркий пример лидерства, хорошего отношения к каждому ребенку, каждому преподавателю. И здесь, конечно, огромная заслуга всего коллектива компании «Фосагро» в лице Алексея Борисовича Грибкова. В первую очередь, конечно, хочется порадоваться за наших первоклашек. Дорогие ребята, уважаемые родители первоклассников, вы сделали один из лучших выборов на территории Балаковского муниципального района. И поверьте, вы здесь получите самые хорошие, самые твердые знания, опыт, духовность для следующего развития. 1 сентября за парты в 25-й школе сели 140 первоклассников, которые стали частью большой, дружной и заботливой семьи. И ребята это почувствовали с первых же минут. На вводном уроке они получили в подарок от компании «Фосагро» яркие дневники и светоотражатели.